радуга. Вообще сейчас дождь, это до хрена плохо, потому что я была в доме, во-первых, не знала, что дождь. Во-вторых, у меня рамки выставлены. И сейчас надо будет за ними идти быстрее. Да, еще трындец, откровенно говоря. Он, конечно, не сильный, этот дождь. Но все равно жуть. По-моему, тут даже две радуги. Или мне глючится. Не, по-моему, правда две радуги. Вторую плохо видно, но она слабенькая такая. Сейчас побегу. Ну, шляпу уже, думаю, бесполезняк. Одевать она не нужна. Но я уже рубашку умудрилась где-то уляпать в меду. То ли эта шляпа была в меду. Липкая. В общем, сейчас подбегу собирать эти рамки. Прихожу, что-то жрет. С третьего захода убрала рамки от пчел. Посоветовала с тетей. Но дождик был небольшой, поэтому я еще когда к ним сунулась, к этим пчелам, точнее, к этим рамкам, там столько пчел было, хотя и маленький крапал дождик. Уходила сейчас, он в избу как раз вошел. Но мне казалось, я у него ничего такого в зубах не увидела. Ну, по крайней мере, торопилась, мне было как-то не до него. По-моему, он кого-то жрет. Решила на камеру увеличить, посмотреть. Пылесосила, ни одной пчелки вообще не попалась дохлой. Такое ощущение, что он их сожрал, потому что второй день ошивается вообще между ульев. Что он там караулит и не боится. Главное, тише, если ты это жрешь, то дожирай до конца. Я еще подумала, думаю, может, я что оставила из еды, а у меня все, что есть, оно как бы убрано. Картошка жареная, ну, наполовину жареная, там еще водички поливала. На подсолнечном масле олень, короче говоря, полу такая вареная картошка, но она на плите, на сковородке под крышкой, их так хрустеть не может. Что-то я сегодня так умоталась, что еще 8, даже полсю 8 собиралась у пчел забрать эти рамки, 8 пыталась, в 9 с чем-то, точнее 8 с чем-то, и вот уже сколько там, 9 сейчас. Ну, где-то без 10, без 15, 9 пошла. Кишат, ну ты как обычно. Вот этот придурочный кот, мало того, что как обычно, сожрал и обратно отправил, так еще рядом с тряпочкой, на которой мы догонку ставим, и ей обычно покрываем, ну, или подобной тряпочкой. Короче, в общем, я пришла, убрала за 3 захода, и удивительно, в первый день позавчера, когда ставила, практически ни одной пчелы не было, когда убирала. Но такое ощущение, что пчелам вообще пофиг дым было. На эти рамки, что их надо осушивать. Завтра на днем посмотреть. В этот раз выносила только 2 ящика с магазинами и один вот ящик, у которого сейчас кот стоит, ручка у него приподнята, с гнездовыми. Сколько там, я не помню, уже 6 штук. Но гнездовые почему-то все равно тяжелее, чем магазины. Хотя в магазинах еще приличненько как бы было еще обсушить на магазинах, а вот гнездовых, мне кажется, почти ничего нету. И мне кажется, я все-таки одну пчелу принесла с собой. На улице сейчас холоднее, на дворе вообще как бы, ну, в смысле, даже не то, что на дворе, в сенях разительно холоднее, чем дома. Окна запотели, вот я сейчас вижу по окну, которое изначально как бы было окно Лёли. Окно, по-моему, Маши, и следующее окно Тани, или наоборот. Сейчас придется убирать то, что он тут оставил, поросенок. Я вот буквально недавно сегодня пылесосила. Не, конечно, спасибо ему, что он сожрал буквально всех дохлых пчел с ковра. Но зачем вот так поросячить? Я планировала сделать тайп, 12-го съездить с телефона, залить, релизнуть. У меня там авторизация на Redmi на сайте есть. С телефона прямо иногда читаю, когда вот, ну, или дома, или, допустим, в саду наши ребята релизнуют какую-нибудь мангу. Не то, что я перевожу, но обычно на ты, на первый взгляд, культ девушки Ечан, но так и не получилось засеять тайп вообще, только шрифты поставила. Причем часть шрифтов, оказывается, у меня уже стояла на ноутбуке, на смартбуке. Ноутбук это другой беленький, красивенький, с линухом теперь.
И этот Prestigio SmartBook. И, короче, набивала еще другие шрифты, которые, как я поняла, у меня все время они как бы все стояли, но там вот делала откат винды, еще что-то. На том ноутбуке, на Lenovo, у меня не все стоят, я знаю. В общем, надо вот потом тоже приеду доставить. Короче, ставила только шрифты, монтировала. Вот тоже сегодня я не помню, включала компьютер или нет, но вот вчера я монтировала часть вчерашнего ролика. В общем, у меня что-то так сил нет, и я не знаю, если я сегодня рано, завтра, точнее, рано встану, то, может быть, потайплю. Так как у меня завтра приедет человек, возможно, на обеденном или на вечернем. В принципе, я даже могу уехать, оставить только, ну, как бы уехать до Прилуг. И в Прилуг я все равно собиралась на пару, ну, пару раз съездить и просто погулять. И так вот, как бы по определенным делам. Может быть, завтра просто съезжу прогулять, а может быть, ну, потайплю и съезжу уже в другой день. Пчела жужжит. Сейчас ее будут упускать. Она, по-моему, сейчас у люстры, по большей части. Вот пришел мурлыкать. Тиша, ты вообще прифигел. Сначала гадость сделаешь, а потом мурлыкать приходишь. А хозяин убирать за тобой.